Всем привет, с вами Nick Space, и сегодня Ubisoft выпустила первый контент для сезонного пропуска Watch Dogs Legion. И, как обычно, все переломано через задницу. Да, я не буду сегодня сдерживаться в выражениях, Ubisoft. Мы будем вас ругать сегодня очень сильно. В чем проблема? Первый персонаж из сезонного пропуска — это Мин Ситху, если я не ошибаюсь. А могу немножко ошибаться, но это не важно сейчас. Персонаж способен подчинять силой мысли других неписей. Вроде бы механика неплохая, не правда ли? Как же можно ее сломать, спросите вы? Очень просто. Сейчас мы вместе с вами в этом убедимся. Так, теперь мы здесь. Давайте сразу, прежде чем мы приступим к этому, немножечко еще пройдемся по хорошим вещам, которые принесло это обновление. А конкретно это... Наш обновленный гардероб, и главное, что лично мой приоритет, это спасибо, что вернули эту маску. Знаете почему? Она пропала. Вот у меня она взяла и пропала. Не знаю, как это произошло, то есть просто захожу, и маски нет. Я ее получил, я ее нашел, я хотел ее, и она исчезла. Все, я больше не хотел был получить. Так, что у нас новое? Вот эта маска новая. Не знаю, что это за значок, но выглядит... Топ, вот за это я могу похвалить Ubisoft. Коробки никогда не любил. На башке носить? Ну, конечно, Metal Gear Solid не в счет. Эта маска... Топ, тоже новая. Так, что еще новое? По-моему, это... Нет, это не новое. Так. Вот это однозначно новое. Выглядит тоже круто. Это мы так быстренько с вами пробежались по масочкам. И еще одна приятная мелочка, на которую мы посмотрим перед тем, как перейдем к негативу. Наконец-то все магазины в одном месте. Вам нужно лишь их посетить в Лондоне, чтобы разблокировать их в своем убежище. Хорошо, хорошее изменение. Мы же не тут не только будем ругать их, но мы будем их охренеть как ругать прямо сейчас. Итак, что же умеет наш премиум-агент, как она числится здесь? Итак, она имеет устройство управления разумом, то есть они попытались все-таки вместить это в техническую сторону, хотя мне кажется, ну это лично мое мнение, сразу предупреждаю, что лучше было бы как хакер, но, как бы, окей, претензий нет. Дезориентирует цель и перезарядка при нейтрализации, то есть перезаряжает способности. Собственно, все просто, дезориентация и контроль. А вот теперь мы приходим к самому интересному части видео. Как же это все поломали? Причем, подчеркиваю, в мультиплеере все работает как надо. Погнали. Так. Так. Подышу и еще разок. Так. Я туплю, потому что я не умею. А знаете, что сейчас случилось? Наш премиум агент погиб. Все? Его больше нет. Итак, как мы видели... Наш персонаж сдох. Вот, просто взял, сдох. Все, больше этого персонажа вы не найдете в игре. Это премиум персонаж. Премиум персонажи одни на всю игру. И если вы включили по глупости, как я, режим мгновенной смерти, то единственный способ поиграть в синглплеере за этого персонажа — начинать все с самого начала новую игру. Спасибо. Это... А главное... Мой тупняк был в том, что я не знал, как работают способности. А работают они очень просто. Вы должны в этот момент находиться за укрытием или так, чтобы вражеский персонаж, непись, вас не видел. И находиться довольно близко к нему, чтобы способность сработала. Собственно, что вы увидели в видео с мультиплеера. Но это не главная проблема. У нас аж две. Две проблемы... Пардон, я на нервах. Две проблемы. Первая проблема не такая массовая, как я посмотрел на форумах, но все равно имеет место быть. Персонаж просто испаряется. А точнее, он проваливается как-то сквозь текстуры, и впоследствии он испаряется из вашей команды. Все? И опять-таки, вы его теряете навсегда. Но это возможно поправить с помощью фиксов, как у меня было с маской, которая просто взяла и испарилась. Просто так. И вторая проблема, намного более масштабная, то, что во время вселения персонаж, моделька, пропадает из игрового мира. И непись, в которого она вселилась, если он погибнет, она погибает вместе с ним. И многие, как и я, играют на режиме мгновенной смерти,
И, соответственно, они это узнали на очень горьком опыте. Ждете вы 7 месяцев хоть что-нибудь из сезонного пропуска? Обновление! 5 минут, ваш персонаж погиб, спасибо, начинайте новую игру. Класс, а я ведь прошел всю игру, и там добавили квесты на новые маски. Но... вот так. И это безумно охренительно печально. Я не знаю, как вот дальше мне делать. Тебе пора на берегочек. Итак, вот видите, мы переместились. Наш персонаж стоит здесь, контролирует разум этого персонажа. Вот мы бежим, допустим, куда-нибудь. О, нас сразу палят еще. Так. Давай, нас убей меня, убей, давай. Ну давай. Ну, смелей. Ну. Ну давай. Кстати, вопрос интересный, как они нас сразу палят за секунду. И мы переместились на место. Все. Вот так это должно работать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.